ребята, есть же чем работать, здесь все же понятно. Как зовут? Меня зовут Алиса Гелес, я из города Калининграда. Мне 20 лет, и очень люблю свой город. Я пела для вас и для людей, которые живут и поддерживают меня там. Спасибо вам огромное, что вы выбрали меня. Я извиняюсь. Важное, не знаю зачем-то, но важное для меня географический парус. Калининград, который близко, или тот, который далеко? Калининград, он вообще в центре Европы. Который? Да, Кёнигсберг. Есть Калининград. Здесь тоже есть Калининград. Здесь тоже просто есть Калининград, если вы не знаете, под Москвой, да. Не-не-не, я же не знаю. Без того, я из Калининграда. Алис, скажу честно, я повернулся в последние минутами, убедили, еще убедили энтузиазмом. Несмотря на то, что никто не поворачивается, а вам было пофигу, все равно пели все. И это мне очень понравилось, это делает вам честь как артистки. Хотя в первый припев вошли низко. Низко было, мне очень понравился куплет, я сделал вот так и подождал припева, это был страшный облом, низкие ноты, я очень, а потом в конце все-таки решил вам поверить, потому что решил сбросить это на волнение, эти низкие ноты, и, в общем, ваш энтузиазм меня покорил. Спасибо большое, спасибо вам всем, можно я пожму вам руки? Для меня это большая честь просто находиться здесь. Удачи!